В аудитории немноголюдно, всего 3 студента. Сегодня им предстоит серьезное испытание. Виктор Кожурин перед экзаменом не волнуется. В России уже больше 10 лет, приехал с Украины. Женился, остался. Признается, в школе по-русскому всегда была крепкая четверка. В общении письменности сложностей нет. Проблема в другом. У Виктора до сих пор нет российского гражданства, а без экзамена его не получить. Дочка сегодня сказала, если папа экзамен не даст, мы никуда не поедем. Даже так было. Чтобы принять экзамен, у первой группы из братских стран на Ринмар приехали специалисты из САФУ. Они пояснили, кого не минует данное тестирование. Экзамен сдают только те мигранты, которые заняты сферой обслуживания. То есть официанты, повара. То есть... Строительство. Никоим образом, нет. Только сфера обслуживания. Написанные работы отправятся в Москву на проверку. Результаты теста станут известны уже через пару недель. Преподаватель объясняет, экзамен не проверяет уровень знаний по орфографии и пунктуации. Главное – проверить коммуникацию. Олег Танзейский и Сергей Качегов, телеканал «Север».